Доброе утро, любители рыбалки. Сегодня мы решили приехать без ночевки, просто на день, с утра и до вечера, на русалку. Ну что, уже забросились, даже поймал уже одного карася и тараньку. Думаю, что клев должен быть. Клюет в основном на убийцу карася, макушатники стоят. Макушатники не работают почему-то. Хотя вроде как здесь говорят, макушатники должны работать. Что-то клёв не очень. Надо переходить, наверное, на фидер. Ни хрена не хочет. Не убийца. Вон два фидера стоит на убийцу. Здесь кормушка скользящая. Там дальше макушатник. Ни хрена. Ну, сейчас посмотрим, что фидер покажет. Ветра нет. Нет ветра, это уже хреново. Так, вот и все. Вот это наша оснастка. Вертолет два узла. Ну, сейчас будем ловить. Тащила прямо как короб. И ни хрена. Такие поклевки нежные. Скорее всего, рак. Конечно, рак. Поводочка нету. Такая вот еще хрень ловится. Какая нежная поклевка. IQ, по твою мать. Поводок-то, который уж. Скоро заканчивается уже рыбалка. Будем подводить итоги. Хочется единственное сказать, что клёва не было ни у кого. И то, что вот это я поймал, я их просто вымучил. Эти подлещиков, лещей, карасей. Карпа так мы не дождались. Вот фидер потихонечку работал. Очень слабо тоже работал. И вот эти вот снасти убийцы карася. В принципе, больше ничего. Ни макушатники, ни скользящая грузила, ни скользящая кормушка. Ничего не работало. Очень хорошо показала себе вот эта снасть. Вот. Или с двумя отводами, или вот такая вот с одним отводом. И та, и другая очень хорошо работает. И, кстати, обратите внимание на шарики. Шарики держат очень хорошо дно. На течение, даже при сильном течении, нас снасть не сносит. Это точно. Так что пробуйте. Ну все, подошла к концу наша рыбалка. Давайте посмотрим, какие у меня там результаты. Да, фигня, конечно, не результаты. Но по сравнению с тем, что у соседей вообще ничего не было,
кто-то еще кое-что. Вот так. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч.